Всем привет, друзья! С вами Алариэль, и мы с вами опять же вернулись к нашему путешествию в World of Warcraft. И остановились мы с вами на том, что набрали множество квестов. Набрали их, и сейчас идем их выполнять. Так, где там эти факелы? Где мне их найти-то? Так, я вот и не знаю даже, где их искать. Ух ты. Ожерелье какое-то нам тут выпало. Ну, а вот, собственно, и факел. Полководцу вкачали. Что это за звуки? Опасно. Оу. Мне нужно. От, блин. Пока я пытался попасть в итоге. Рядом с кузницей кровавой глазницы. Ё-моё. Где там эта кузница? Кузня. Ага, вон она. Вижу. Лечу. Кузня найдена. Поджечь. Ага. Так, и что теперь? Восточную лачугу мы подпалили. Так, поджечь. Что там нам еще нужно было спалить к чертям? Наверное, эту штуку. Стойла горят. Теперь. Казармы горят. И осталось, по идее, вот это одна. Ерунда, сейчас мы только еще факелов нам выбьем. Я пока не могу прочитать это заклинание. Можем попробовать напасть на него. Нормально, всыпали. Уходим. Еще не могу уйти. Так, а я поджег.
Нет, похоже, не поджег. Нужно слетать поджечь. Оп. Забираем. Поджечь. Выходим и валим отсюда быстренько. Крутим педали, пока не дали. Нам бы еще глаз Скиллрога бы. То чё-то как-то пока без него не удается. О, надо же. Опа! Соточка четных почетных побед в ПВП. Замечательно. О, вижу глаз. Как там его? Блин, мне надо походу убрать черепаху. Пока Туртлис. Так, ищем еще где-нибудь тут. Понятно, хрен найдешь. Пойдем сейчас туда внутрь ворвемся. Возможно, внутри будет глаз. Ох ты, их тут что-то сильно много. Я пока не могу прочитать это заклинание. Yes. Оп, трупик упал. Дэнс, эх, не успел. Ладно, двигаем. Так, ну где ж мне найти-то этот глаз Скиллрога? Не достаю. Слишком далеко. Это заклинание еще не готово. Я пока не могу использовать эту способность. Ага, давай, до свидания. Залп готов. Гы-гы. Двигаем. Почему я не могу свалить? А меня там спел атакует. Так, ищем глаз Скиллрога. Вижу. Десантируюсь. Убираю Рекса. Есть. Да? Ну я ж поглотил. Теперь. А теперь что мне нужно? Что надо сделать? Куда оно возвращено-то? Блин. Это заклинание еще не готово. Да ё-моё. Я пока не могу прочитать это заклинание. Не совсем понятно, что мне надо сделать теперь. Т.
Так, в логово, возможно, тебе хватит сил помочь мне, ибо я собираюсь заглянуть в мысли их самого страшного колдуна Гриллока. И где он находится-то? Я понял, наверное, он в пещере там находится, ё-моё. Я не сориентировался, наверное, он где-то внутри, там, внутри этой пещеры обитает. Но... Ну так заглядывай. Нус. Ё-моё. Еще не готово. Абзац. Надо подождать. О, вот только что полетел этот. У меня нет цели. Как так-то? Ну, заныкаюсь, буду здесь стоять, ждать. Респаун. Это их... Игни, так, то наш, наш. Сяду, перекушу. У меня вроде еще 2 минуты аж. Да ё-моё, ну куда этот глаз прыгнул? Так, где там банка? Пополнить. Стоять, так его и убью сейчас. Ай-яй-яй. Ну, ждем. Короче. Ай-яй-яй. Вот это подстава была. Ё-моё. Ну как так можно-то? Блин. Печаль. Ждал-ждал-ждал, и в итоге ни хрена оно не прокнуло. Достаточно геморройный-то квест оказался. Как вы можете увидеть, да? Теперь мне надо опять пойти, найти этот грёбаный глаз, захватить его, прийти сюда, убить сначала этих 2 стражников. Жесть. Принять. Блин. Я пока не могу прочитать это заклинание. Это заклинание еще не готово. Так, двигаю. Где там эти глаза?
Так, глазиков не видно. О, чудесно. Круто. Валим. Да ё-моё, а. Начина какую-то фигню выхватывая. Я пока не могу. Надо подождать. Это заклинание еще не готово. Надо подождать. Я откуда запустился этот глаз грёбаный? Ну? Ну куда? Твою за ногу. Это заклинание еще не готово. Твою дивизию. Откуда он летит? Он же должен в этого прыгать. Так, стоять аккуратненько. Твою за ногу, грёбаные защитники. Сейчас там того его кто-то и приговорит. Сто пудов. Но. Короче, лежать. Абзац. Так вообще когда-нибудь... О, надо питомца звать. Ибо без пета вообще беда. Причем маленького жучка. Или лучше черепаху, она как танк будет. Кстати, открою сумку. Оу. 12 ловкость, 18 вынос. Ну откуда он летит? Я что, хотел его что ли бить? Идиотия какая-то. Нет никого? Никого. Давай, глаз, лети. Как тебе, блин, запустить-то? Лети в него. Ну? Гриллок, ну вот как раз он. Око гриллока. Нельзя применить к этой цели. Мда. Ну да, но он тупо не вселяется в него. Он вселяется в кого угодно, но только не в этого.
Черт, опять полетел этот глаз, черт тебя знает куда. Короче, мать его та. Ко время трачу с этим идиотским квестом, который непонятно как работает. Не, он в принципе понятно, да, как работает, но почему-то он не пушится, не влетает в нужного нам. Так, сейчас мы перелетим эту всю тему. А, может, там он можно проехать путь. Горы Хрипталома. Кстати, у нас, наверное, новые данжи уже есть. Да, и гробницы маны, и Окинайские. Куча всего. Кстати, не помешало бы черепаху вызвать. А то я весь такой герой. И умереть так могу. Поехали. Черепаха к бою. Отлично. Черепаха пошла. Замечательно. Слишком далеко. Это заклинание еще не готово. Нужно подойти поближе. Пошла жара. Так. Не достаю. Слишком далеко. Так, что? Кто надо мной летит? Это нехорошо. Видел только что тень вертолет. Мне нужна цель. Это явно нехорошо. Поэтому смотрим в оба. Не могу атаковать эту цель. Это заклинание еще не готово. Я пока не могу прочитать это заклинание. Так. Слишком далеко. Сейчас мы их тут всех перебьем. Нужно подойти поближе. Даю раз, даю два. Баф получен. Идем. Отличненько. Двигаем. Не достаю. Слишком далеко. Черепаха пошла в бой. Это заклинание еще не готово. Черепаха сюда. Надо подождать. Черепаха туда дальше. Мне нужна цель. Добиваем. Так, ну, скорее всего, здесь никого нет. Да. Никого нет. Поэтому попрем сюда. Турклис погнал вперед. Подойти поближе. Раз, два и троечка. Единственное, только будем от них отходить, а то это не вариант, когда они взрываются, наносят урон. Я потом как тормоз бегаю. О, что-то он там вырос. Стал королем танцпола. Ох ты пес. Туртлес, вперед. И последний. Готов. Так, можно валить отсюда.
в принципе, сразу в лагерь. Оу, сквернобот, элита. Интересно, завалю-ка я его вот с черепахой своей или же нет? Очень интересный вариант. У него, конечно, 64к хп. Он 70 уровня. Но меня это заинтриговало. Вот там он что-то кому-то вмазал только что. Но он здоровый, падла. Причем очень... Так. Надо подождать. Тортлес. Даю отхилку тебе. Пошел. Хоба. Редирект дамаги. Сколько он там его бьет, непонятно. Я пока не могу прочитать это заклинание. Но ничего. Не, наверное, сейчас я его и не убью. А может и убью. А вот через несколько уровней бы я кого точно нагнул. Вау, вау, вау. Паренек. Тортлес, где ты? Ё-моё, ты там не вдали. Слишком далеко. Черепашка. Не-не-не, валим отсюда. Вот это он здоровезный. Блин. Ну, агро сорвалось. Печаль. Может, если б не сорвалось, может и проканало бы. Но ничего. Уровней через 5 я его точно завалю. Может быть и сейчас, конечно, б завалил. Но там черепашка подвела. Агру не удержала. Или это я тоже артист такой чересчур перестарался, вваливая в него. Так. Выбежать. Сквернобот погнал дальше. Ну и мы тоже попрем, коль уже здесь. Наведаемся в экспедицию. Так, где нам необходимый нам? Наверное, здесь. Ну или должен был бы быть здесь. Да, я думаю, он все-таки здесь, нужно только дождаться его реса. А вот и он. Это заклинание еще не готово. Я пока не могу использовать эту способность. У меня нет цели. Оп, рог получен. Валим. Да, джук забавный вообще, и не надо все время пересаживаться, да. Допустим, если я знаю, что я на керашском синем, допустим, путешествую только по земле. А тут хоп, и по земле, и по воздуху. Так, ха, я вижу огонь и чую дым, поднимающийся над Z-гором. Даже отсюда, пусть эти дьяволы из кровавой глазницы сгорят дотла, их пепел развеет ветер так, чтобы на земле, по которой ходят настоящие орки, даже и следа не осталось. Спасибо тебе, Лорель, ты помогла нам очистить огнем наши души. Так, ну, берем. Сражайся с честью. Так, сюда. Продолжить.
Отлично, теперь нестабильный генератор астральных провалов работает как надо. Остался только один, самый последний компонент. Скоро-скоро мы откроем провал в самой глубине бездны. Кто знает, что за существа пожалуют к нам оттуда, Лариэль. Только подумай о могуществе, которое мы обретем. Да, из бездны. Наконец-то нестабильный генератор астральных провалов работает как надо. Теперь мы призовем истинного владыку бездны, осколок души, которого сможем поведать нам столько, что трудно представить. Ступай на юг пустынного обрыва и запусти генератор рядом с камнями пустоты. Наблюдай за гроздью кристаллов рядом с границей бездны. Когда астральный провал сформируется, появится барон бездны Галаксис. Уничтожь его и принеси мне его души. Ок. Так что здесь... Боевой рог. Ты хорошенько потрудилась, Аллариэль. Этот древний рог позволит нам призвать непокорных. Конечно, если они согласятся. К востоку отсюда стоит разрушенная осадная башня Альянса. Мародеры давно растащили по кусочку все, что там осталось. Когда-то давно в этой башне простились жизнью многие солдаты Альянса. И их знамя было захвачено Уртраком, командиром орков Скверны. Подуй в боевой рог непреклонных рядом со знаменем Альянса. Это привлечет внимание Уртрака, но рог призовет и души тех, кто пал здесь, сражались много лет назад. Понятно. Взлетаем. Сейчас мы это все дело. Уртрак. И барон. Так. Первый пошел. Черепашка ко мне. А вот, собственно, и Уртрак. Уртрак убит. Ладно, что и на меня не ринулись сейчас. Ага, все отлично, они просто исчезли. Так, а теперь отправимся через горы на восток. Призовем барона, вышибем ему сейчас парочку хедшотов. Будет все норм. Да, я, конечно, Оу, а там, я думаю, лес Террор-Кан. А нет, ошибся, там долина призрачной луны. Я думал, там лес Террор-Кан. Походу, мне вот туда куда-то. Так. Ага, вот, собственно, эти кристаллы. Походу, здесь и барончик обитает. Ясно, понятно. Так. Хоба. Где барон? А вот и барон. Слишком далеко. Такое могучее существо, и, блин, на ней вообще... Как можно так все упрощать? Ну это ж абзац. Камрады, что делать? Там мы чересчур мощные. Или... Нет, мы, наверное, не чересчур мощные. Это чересчур слабые эти все мобы. А мы в пределах нормы. Как раз таки. Так, ну мы тем временем летим. Ниже тополя, гробницы маны и окинайских гробниц. Блин, это крутые подземелья. Это начинается уже Террор-Кар. И здесь непосредственно раньше ж огры. Огры, боже мой, орки. В самом начале они-то жили в награде. Вот, ну, грубо говоря, он был где-то здесь, да? Он, в принципе, и в Дреноре тоже. Вот он, награнд. Таладар. И здесь, ну я не знаю, но... Скорее всего, это Таладар. Это сейчас он называется лес Террор-Кар. И именно там и стоял. А не, это не то. Ну, короче, как-то так там все было.
Наверняка это я узнаю, когда я побываю в Дренорре, потому что я понятия не имею, что там происходило, ибо я не играл в Дренор вообще. Выносливость, критический удар, жезл, понятно. Ты спасла работу всей моей жизни, Алариэль. Меня называют безумцем и смеются надо мной, говорят, что я одержим пустынным обрывом искривлением поля. А искривленными полями. Теперь с этим осколком души я открою все секретные демонов бездны. Силы бездны будут повиноваться мне. Гей, только тут не убей всех. Привет. Так, я рад слышать, что непреклонные присоединяются к тебе в битве. Я предполагал, что они придут на звук своего старого боевого рога, но не был ли в этом уверен до конца. Возможно, мы дали им насытиться местью, которую они так ждали. О твоей победе над Уртраком необходимо доложить командиру Хагарду в оружейную экспедицию. Он должен знать, чем ты рисковал ради нас. Честь павших. Командир оружейный Хагард находится в Восточной башне. Пойди расскажи ему о победе над Уртраком. Может, он будет к тебе благосклонен, хотя не исключено, что попытается пожрать твою душу. С такими духами, как этот, трудно угадать наверняка. Непреклонные так и не согласились сотрудничать с нами, так что, скорее всего, попытаются убить тебя. Будь осторожна, Алариэль. Окей. Где эта башня? Честь павших. Ага, это вот в эту башню мне. Ну окей, погнали. Оружейная экспедиция. Жух. Здравствуйте. Когда-то давным-давно мы потерпели поражение от орков скверны. Убив Уртрака, ты вернул нам хотя бы часть утраченной славы. Прими в награду это оружие, обнажи его, когда будешь сражаться с нашими зловейшими врагами. Тогда те из нас, кто свободен от проклятия, придут тебе на помощь. Пока ты еще не ушла, погибшие вовремя осады тоже хотят поблагодарить тебя. Посох и меч. Спасибо. Оу. Рад стараться, товарищи. Успехов вам. Я отправляюсь далее. А далее это дирижабли гоблинов. Думаю, сейчас я до... Ага, вижу. Вижу павший дирижабль. Направляюсь к нему. Малыши гоблины, привет! Найти место крушения. Нас подбил пылающий легион. Хотя мы и размахивали белым флагом, кто же знал, что они такие тупые ублюдки. К сожалению, мы не можем отправиться на заставу Хребтолома. Надо чиниться и двигаться дальше. Что ж, я думаю, на сегодня, друзья, это все. Оу, кто это? Рагуль. На жуке тут путешествует. Ладно, хрен с ним, не будем его трогать. Что ж, друзья, на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте поддержать видео лайком. Вам это не тяжело, как я уже говорил, а мне приятно. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.